Здравствуйте, я Бектурганов Манас Абьюдханович, врач-резидент лучевой диагностики второго года обучения. Наше обучение проходит на следующих базах. Это университетский госпиталь Наумус, Центр ядерной медицины и онкологии, поликлиника номер 7, поликлиника Хакими, второй роддом. Процесс обучения входит в основу интерпретации ультразвуковой диагностики, компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, рентгенологии, маммографии и ядерной медицины как у взрослых, так и у детей. На данный момент мое обучение проходит на базе университетского госпиталя, где я осваивал навыки ультразвуковой диагностики как общей, так и эхографии сердца и сосудов. У каждого резидента есть полный доступ ко всем оборудованиям. Наши наставники обладают высокой квалификацией, большим опытом и всегда делятся своими знаниями. Нас обучают в выполнении интерпретации, дифференциальной диагностики, постановке заключения согласно современным радиологическим классификациям всех методов лучевой диагностики. Наша профессия является востребованной, и врачи других специальностей не обходятся без наших заключений. Поэтому я призываю всех желающих поступать на резидентуру по специальности лучевая диагностика.